Привет всем! С вами Мария и мой любимый муж Алексей. Привет. Сегодня мы хотим устроить челлендж «Как хорошо мы знаем друг друга». И у нас подготовлены 10 вопросов друг друга. Если кто-то из нас неправильно отвечает, мы пьем стакан воды. Итак, оставайтесь со мной и поехали! Кто из нас начнет первый? Давай, на камень ножницы бумага. Давай. Камень ножницы. Так и я уже показал. Камень ножницы бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. И первая, я первая. Так. Мне нельзя смотреть, да? Да, давай вот так вот сделаем, ага. У меня уже воду себе наливаем. Пьем, попробуем. Так, сейчас откроем. Открыла. А, подождите, стойте. Так. Моя самая большая фобия. Я знаю, что ты боишься высоты и боишься лифт. Серьезно? Нет, но я бы... Какой лифт? Я никогда не боялась лифта. Я рассуждаю. Надо рассуждать. Восприятие имею в виду. Ну это точно. Самый твой большой страх? Ну, потерять близкого любимого человека. Нет. Нет? Три попытки. А, даете, кстати, три попытки. Вот. Забыла сказать я. Вторая. Большая твоя фобия. Ай! Ну, тогда высоты боишься. Нет. Еще одна попытка. Ну, не знаю, это больше. Подумай, я тебе говорила об этом. Ну, конечно. Вот-вот, я... Войну боишься? Нет. Нет? Все, наливай. Что боишься? Попасть в заложники. А, ну, на войне тоже можно. Закрывай. Ты, да. Чувствую, я обопесюсь сегодня. Ладно, теперь вопрос к тебе. Какая моя любимая настольная игра? Самая любимая. Настольная? Ой, у нас их много. Так, три попытки у меня, да? Так. Блин, у нас их много. Карты считаются, ну эти, рука, даже не... Ну считаются, это тоже настольные шахматы, настольные, помимо карточных. Mm-hmm. Хватает. Так. Ну, блин, сложно, у вас их много. Тебе три попытки. Так, ну я говорю первую, карты? Нет. Одна, вторая попытка. Вторая у меня попытка, значит, да? У нас монополия. Нет. А, третья. Я бы, наверное, все время в нее играл. Если бы она была моей любимой. Ну, последняя попытка. Я наливаю. Подожди. Может, тайки-войки? Да. Я не пью. Ля-ля-ля. Ну, все-таки. Справилась с заданием. Да, я умница. Дальше. Как звали мою первую кошку? А?
Кошку, сказал бы собаку. А кошку? Кошку. Ну, хоть женского пола, это уже хорошо, я знаю. Кошка. Откуда я знаю, ты мне разве говорила? Говорила. Много раз, между прочим. Тебе налить? Ну, собаку как позвать? Да, это не кошка же. Да, это не кошка. Может, она кошка была? Нет. К сожалению. То есть нет. Мне вообще одно только имя идет, это Муся. Да. Да? Муся? Муся звали ее. Ты, куда я? Давай. А, ну да, у меня еще есть отыграться. По 10 вопросов вам. Да, по 10 вопросов. Да. Какой мой любимый мультфильм? Ты что, серьезно? Да, я говорю тебе. Так. Дом? Нет. Вторая попытка. Мультфильм. Самое сложное то, что их много, которые мы смотрели вместе. Может быть, какие-нибудь трансформеры? Нет, нет. Трансформеры? Нет, нет. Так, ладно, третья попытка. Ой, я не хочу пить. Я не хочу пить просто, шансы все об этом. Это самый мой любимый мультфильм. Симпсоны. Симпсоны не мой любимый. Ну что ты? Это твой. Как приручить дракона? Как я могла забыть? За ваше здоровье? Помаду мне оставишь. Угу. Ай-яй-яй. Нет, не оставила я помаду. Надо было собрать салфеточку взять. Ну ладно. Продолжаем. Я уже боюсь. Нет, я не видел. В каком возрасте я научилась ходить? Так. Ну, в смысле, не ползала уже, да? А, ноги встала. Помню, 14? Нет. Вторая попытка. 12? Да. Да? Да. Ну вот, значит, я так. Ой, я больше не хочу пить. Можно мне не пить? Жальтесь на меня, на мной. Какое мое любимое холодное блюдо? Что, серьезно? Это же не честно, их много. Ну это уже значит там не шашлык. Самое холодное, самое любимое холодное блюдо. Не роллы, потому что они бывают горячие. Да. Холодное. А крошка? Нет, я ее недавно только есть начал, когда она у меня любимая. Холодец? Нет. Ты что, у меня больше нет? Сейчас пить будешь. Я не хочу пить. Я не знаю. Блин. Ну, было бы проще, конечно, если бы я уточнил. Ну, вот слишком сложно. Из какой... А ты бы сразу вот это сказал. Блин, последняя попытка. Я не хочу. Есть много таких. Ну и вот. Много таких. Уж рады греть. Я подсказывать не буду. Так. Холодное блюдо это. Блин, это. Ну я буду размышлять, но это не. Нет. Нет, не считается. Может что-то из салатов какое-то? Да. Оливье.
Нет. Что? Селедка под шубой, салат. А я хотела сказать селедка сначала под шубой, а потом. Просто если бы я сказал салат, это было бы очень просто. Я не могу. Ладно, это же всего третий вопрос был. Третий? Да. Это жестоко. Да тебе осталось не больше 7 раз пить воду, потому что. Что? Так, четвертый вопрос, да? Что я не люблю делать? Не любишь делать? Да. Убираться. Нет. Но это хотя бы из этого выбора. Вторая попытка. Не любишь делать. Тоже ты много чего не любишь делать. Здорово. Просто ты хочешь водички, я знаю об этом. Чувствую, да. Ну, ты как-то это. Такой вопрос был. Что ты не любишь? Да. Ты не любишь ругаться с мамой. Вторая попытка закончилась. Делать. Хочешь попить, да? Не знаю. Это тайное желание. Тайное желание. Пить. Пить. Нет. Пить. Так ты меня сбиваешь с толку. Да. Любишь падать. Ты серьезно? Пить. Ты любишь падать, что? Пей. Мыть посуду. Ну, я же ее не люблю, нет. Я не люблю это делать. Я знала, что ты хочешь просто пить, вот и все. Или ты просто поддался, нет? Нет, не поддался. Конечно, нет. Хорошо. Хорошо. Че? А, что? Твоя теперь очередь, да? Сейчас я тебе задам. Сейчас задам. Я не хочу пить. Люди, не помогите мне. Мой любимый цвет. Это ты должен. Фиолетовый. Нет. Здрасте, у тебя был всегда фиолетовый цвет любимый. Не надо мне бабушку лохматить. Я его неправильно. Я их путаю два цвета, между прочим. С чем? Скажешь, с каким я путаю? Название цветов. Фиолетовый. Ну как можно путать цвета? Фиолетово больше синего или красного? Наверное, синего больше. Ты то есть сама не знаешь? Не знаю. Я так же я путаю. С какими я могу спутать, если я тебе уже подсказку? Нет, с красным ты, наверное, путаешь, да? Да, фиолетовый нравился. Да я так говорю неправильно, а потом я по-другому стал говорить. Бурый. Правильно, бурый. Сиреневый. Сиреневый. Я его фиолетовым всегда называл, поэтому ты запутал. Сири. Да. Ваше здоровье. Спасибо. Наше. Такой простой вопрос. Потому что я знала, как фиолетовый всегда. Вот и все. Фиолетовый. Итак. Давай. Продолжим. Это было 4 вопроса только. Какой у меня был первый мобильный телефон? Марка. Siemens. Да. Что было? Потому что у меня тоже был Siemens. Ага. Хорошо. Так. Какой у меня рост? Ну, можно маленькое чуть-чуть. Метр.
70 с чем-то, да? Ну, с чем? 376, что ли? Или 77? Ну да, 78. Ну ладно, да. Ой, слава богу, как же хорошо не пить воду. Я знаю, что в цифрах ты можешь ошибиться, поэтому чуть-чуть надо. Сколько раз мне делали операцию? Тебе много раз. Да. Кто-то хочет водички. 7? Да. Я сначала хотел сказать 12. 12, нет, это уже бы не было. Теперь, возможно, для тебя будет сложный вопрос. Да. Связанный с цифрами. Ох. А. Какой мой режим работы? Режим работы? А. Один. Когда по субботам ты работаешь, то это длинная неделя, когда до 5, то это короткая. Ну хорошо. Надо было просто сказать, что я через день работаю до 5. Я уточнила, так. А то не хочу водичку пить. Продолжай свой вопрос теперь. Да хорошо. Давай. Моя любимая песня. А сейчас или вообще? Ну, вообще, ну и сейчас, и вообще. Ну просто я не знаю, я как бы давно ты любишь, или это новая песня? Не знаю, думай. Ну, а давай сначала группу угадай. Так же можно? Ну. То есть я скажу группу, ты хотя бы скажешь. Ну, или группа, или исполнитель. Ну, давай. Это звери? Да. Так, вот теперь. Да, это не была первая попытка. Так. Сейчас. А, напитки покрепче? Нет, первая попытка. Район и квартал. Вторая попытка. Ну и третья. Зачем мне так много пелет? А? Сейчас, я помню, только я забыл, как она называется. Давай, ты водичку хочешь? Я? Так, ты меня сбиваешь? Это спокойная песня. Да. Чтобы я их слушал. Когда бы помню. Последняя попыточка. Ой. Я забыл, как она. Ну давай тогда просто как-нибудь я скажу. Потом я уже забыл, какую я сначала говорил. А, покрепче. Все, я забыл остальные все. Говори. Ну блин. Да? Да. О, мне все дыши там, или не молчи ты сейчас, который билан набиваешь. Ладно. Так. А. Утром я делаю зарядку. Сколько раз я отжимаюсь по утрам? Сразу. Ты. Я откуда зарядку? Я уже тебе говорил много раз. 50. Нет. Одна первая попытка. Ну, больше 50, да? Или меньше? А я, это уже подсказка будет. Блин. Значит, ты вообще не помнишь. Вот. Будешь пить? Я не хочу пить. Может быть, 70? Нет. Значит, меньше, да? Последняя попытка. 25? Нет. 30. Ну блин, я близко был. Я не могу это делать больше. Ну что это? Жарко стало, надо попить.
Нелюбимая еда моя. Нелюбимая? Суп. Нет, первая попытка. Это даже не суп. Ты так хочешь? Гречка тебе не нравится. Блин, ну как так-то? Это мне потому что каждый день почти говоришь. Блин. Ну, может, через день. Так что, сколько у нас там осталось вопросов? Два вопроса, я уже не могу. У меня три. Тебе вернее. Какой мой любимый напиток? Господи, этот помидорный. Сток? Сок, да? Сок, кто он? Господи, я забыла, как он называется. Вы еще с мамой его вместе любите, да? Это правильно. Это подсказка будет. Господи, забыла, как он называется. Томатный сок? Нет. Как нет-то? Да, его редко хочу пить вообще. Любимый напиток. Ты сказал напиток? Да, ну сок это тоже напиток. Так, вторая попытка. Чай? Нет. Чай мой любимый напиток. Я не каждый день пью. Значит, редко пьешь. Может, мохито? Нет. Апельсиновый сок. Тебе яблочко нравится, мне апельсиновый. Куда ты его в последний раз любил, я не помню. Ай, не выпью столько, я уже не могу. Я не прекращал любить апельсиновый сок. Я и покупал на яблочный апельсиновый. Я не могу больше. Надо. Вот видишь, я телефон ранее. Люди, никогда не проигрывайте. Ну, еще и двух вопросов. Можешь на один не ответить еще. Ну, так нечестно просто. Норму. Почти норму пью за день. Счет не ведем уже, да? Да потом уже. Моя любимая порода собак. Лабрадор. Да. Можно я больше не буду жить. Сколько в среднем? Нет, сколько времени в среднем мне нужно, чтобы добраться до работы в будний день? Тридцать минут? Да. Слава тебе, ну, Богу. Это был последний будет проще. А почему я тебе что-то, подожди. Я про тебе все сказала. То есть последний. У тебя один остался. А ну вот все. Говори. Мой нелюбимый сок. Нет. У нас как-то похожи. Вроде ну, даже. Есть. Твой нелюбимый сок. Томатный. Нелюбимый. Нет. Нет. Кисель. Нет. Ты хочешь попить? Ты как не знаешь. Сок, значит. Это определенный сок. А кисель? А кисель это же не сок? Нет. Потому что это не считается. Нет, считается. Считается. Последний из А, нелюбимый сок твой, наверное,
Персиковый. Просто с мякотью. Мой любимый сок с мякотью. Это вид сока, это не сок. Все, пей, все равно, да? Я тебе все время говорила, что я не любила. Ты неправильно вопрос задала. Какой сок? Я-то предпочитаю из чего. Ладно, я бы. Да, просто ты хочешь. Просто ты хочешь пить, вот я волнуюсь. Я уже писать хочу, по-моему. Давай последний мне вопрос. Дай добить. Ты посчитала, сколько ты уже угадала? Ну так и не знаем, кто победил. Сколько раз в день я ем на работе? Ну, это из трех попыток ты, конечно, угадаешь. Так. Так, сейчас буду размышлять. Когда ты до пяти, ты ешь один. А когда ты до шести, ты ешь два раза. Нет, я сейчас одинаково. Не ем я так больше. Ну, это получается, ты сейчас ешь один раз? Нет. Как нет? А ты что, ты чай пьешь, это считается? Чай. Утром. Я не только чай. Получается, ты завтракаешь, обедаешь. Как так ты? Ну, завтракаешь ты, потом обедаешь. Три. Завтракаешь, обедаешь. Три. И еще ты, ну, смотря когда ты, если до шести, тут ты. А тут один ответ. Несмотря на что-то там просто. Получается три раза. Нет. Как-то нет-то. Ну нет. Ни один и не три. Последняя попытка. Один раз. Ты говорил один или нет, три. Нет, это не считается, это не считается. Ну, последняя попытка. Ну я тебе. Как так-то? Смотри, когда ты завтракаешь, это считается за прием пищи? Считается. Потом ты обедаешь. Ну, смотри, когда... Да всегда одинаково говори. Сколько раз? Два раза. Да. Ура! Почему я должен много завтракать? Я говорила два раза. Я сказала два раза. Сначала один сказала, потом два раза посчитала, сказала три. А, ну да. Ну и сколько на выходных гадала. Поэтому я тебя знаю лучше, чем ты меня. Хорошо. Исходя из этих вопросов. Так что я победил. Та-дам! Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока!